Всем привет, это школа InLines, меня зовут Иван Зелёв, и в этом уроке я покажу, как создать параметр толщины дверной коробки, который зависит от толщины стены. И если, внимание, толщина коробки меньше, чем толщина стены, то она будет равна толщине стены. А если толщина стены больше, чем толщина коробки, то все остается по-прежнему. Формула будет с if, с привязкой к толщине стены. Почему причина того, что я захотел записать данный ролик? В том, что параметр толщина стены, если вы делаете его как обычный параметр, не позволяет использовать себя в формуле. Я покажу, что нужно сделать с параметрами, чтобы в формуле можно было использовать толщину стены. Итак, поехали. Создаем семейство, но это не сложно. Дальше размер. И привязываемся размером не к опорным плоскостям, а к граням. Грань подсвечивается сплошной синей линией. Раз. Через Tab выбираем вторую грань. Поставили размер, выделили, создали параметр. Делаем параметр по экземпляру, параметр для отчетов. Галочку проставляем вручную. Дальше создаем опорную плоскость для глубины дверной коробки. Привязываемся к этой опорной плоскости и через Tab выбираем снова грань стены. Это ключевой момент, иначе у вас не будет работать то, что я вам покажу. Выделили размер, создали параметр, глубина коробки. Параметр пусть будет по экземпляру, но не для отчетов. И обязательно заблокируйте. Итак, условия, которые нужно соблюсти. Первое. У толщины стены у параметра привязка к граням, параметр для отчета. И у глубины, у меня был каркас, сейчас написал, что глубина коробки, но не суть. Привязка к грани обязательно с одной стороны должна быть. По экземпляру параметр должен быть, и он должен быть обязательно заблокирован. Вот. И только в этом случае мы сможем сослаться на толщину стены в формуле. Итак, глубина коробки равно, если, пишем формулу, если толщина стены меньше, чем 100 мм, то после запятой значение, если соблюдаются условия. Если толщина стены меньше, чем 100 мм, то глубина коробки будет 100 мм. Если же меньше, чем 100 мм, то глубина коробки будет равна толщине стены. Если же нет, то 100 мм. И закрываем скобку. Формулу написали. Видите, она сразу сработала, ошибок не было. Применить. Ошибок тоже, видите, никаких не выдает. И для примера я создам все-таки выдавливание на одном из фасадов. Я создам его единым полотном, не буду создавать дополнительные параметры для коробки. Я думаю, что сложности, чтобы их создать, ни у кого не возникнет. Вот мое выдавливание, привязываюсь к грани, раз, и привязываюсь к опорной плоскости, управляемой параметром глубина коробки. Создадим, во-первых, вид сделаем тонированный, чтобы было понятно. Вот он, глубина коробки. И создадим тип 100 мм толщина стены. Вот глубина коробки 100 мм. И если я сейчас создам еще один тип, который будет меньше, чем 100 мм, то коробка должна уменьшиться. В зависимости от толщины стены.
Что я вижу? Вижу, что коробка уменьшается. При этом при увеличении до 100 она еще до сих пор сохраняет размер стены, а уже 150 коробка осталась 100 мм. Это очень удобно использовать при создании семейств дверей и окон. Используйте в своих проектах. Спасибо, что смотрели данный ролик. Оставайтесь на канале. Всем пока.